Так, сегодня у вашего друга, соратника, Евгений, иди сюда. Где он? Вот он стоит, да. Максиму исполнилось. Тебе сегодня 9? 9 лет, да? 10 лет уже исполнилось, да. Года идут, видишь, ты уже в группе 10-13 основная. Это на самом деле хорошая традиция, так проставиться друг перед другом. Чтите это, все-таки видишь, человек не жалко. Взял, накрыл на вам стол. Поэтому, как обычно, Макс, и что вам хотим пожелать? Поздравляю тебя с днем рождения и желаю счастья, здоровья, и чтобы ты перешел в группу 14+ основных. Ну, как только через 4 года. Да. Я тебе желаю счастья, здоровья, чтобы слушался родителей и достиг успехов в спорте. И никогда не употреблял чего? Желательный табак. Вот, видишь, что тебе желают. Желаю счастья, здоровья, успеха в спорте, чтобы все первые места взял. Все. Желаю тебе счастья, здоровья, всего наилучшего, чтобы ты слушал своих родителей и получал хорошие отметки. Гитя, вперед выйди. Чему-то новое придумай. Желаю счастья, чтобы ты нормально учился и перешел в 14+ основные. Максим, мы тебе желаем всего самого наилучшего, чтобы ты закончил школу на отлично и получал хорошие оценки. Да, ребята. Желаю тебе то, что ты хорошо учился, в спорте все получалось, и в будущем все получилось. Максим, желаю тебе, чтобы ты побольше занимал первых мест, чаще всего на выездных соревнованиях, и очень хорошо учился. Орлов. Максим, желаю тебе всего самого хорошего, ты всегда служишься родить, чтобы... Ну придумайте что-нибудь новое, постоянно одно и то же. Чтобы с тёлком его нормально все было, господи мой. С девками. Орлов, скажи. Чтобы тебе все хорошо с девчонками. Вот и все нормально, Кравцов. Максим, желаю тебе счастья, здоровья, чтобы получал в школе 5, чтобы у тебя была хорошая жена. Ну, что-то понеслось. Как я начал говорить? Арсений. Максим, желаю тебе здоровья, счастья, успехов в спорте. И чтобы была хорошая очень жена, вкусно готовила. Я сейчас что-нибудь еще подскажу, и все понесутся. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья, успеха в учебе и спорте, и чтобы у тебя была... Классная тачка. Да. Да, вот, давай, сейчас смотрите, как перефразируем. Давай, Руслан. Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты был богатым, чтобы у тебя была хорошая жена и были хорошие машины. Вот, видите, перефразирование. Так, давай. Андрей, скажи, чтобы он в Форбсе был. Желаю тебе, чтобы ты был чемпионом мира, лучше всех во всем и всегда был лучше всех. Понятно. Хорошо, Абдуля! Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы у тебя была Бугатти. Чтобы ты был богатым. А может быть Лада Приора, нет? Нет. Максим, я тебя поздравляю с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, успехов в спортивной карьере и первых мест. Максим, тебе желаю счастья, здоровья, благополучия, чтобы была хорошая жена и много денег. Максим, желаю тебе счастья, здоровья, успеха в спорте, успеха в жизни и все самое лучшее. Пахом, ты больше всех смеялся. Они могут ничего придумать, что-нибудь экстравагантное. В Форбсе, чтобы ты входил в Форбс, понимаешь? Чтобы у тебя было самодостаточное, чтобы у тебя средняя заработная плата была, 100-200 тысяч рублей. Жена. Главное, чтобы у тебя была одна верная и на всю жизнь, так скажем, понимаешь? А не куча всего. Чтобы ты абстрагировался от этого соблазна, вот, шел вперед. Чтобы учился хорошо, чтобы ты первые места занимал, и чтобы у тебя было много машин, много денег. И детей. Да. Ой, ты господи, а что ты так-то не сказал-то сразу? Ладно, 3-4 поздравляем. 3-4. Поздравляем!